никто в жопу не впендюрился? Нам нет. Куда? Здрасте, приехали. Здрасте. Я человека сбила. Это пою легко. Но когда враг безоружный перед тобой стоит, мало кто на такое решится. Не то нравы в 25-й дивизии смягчились, не то начальник слабину начал давать. Но на отсутствие казней не жаловались. Никто из бойцов Чапаевской группы не знал, что Василий Иванович дал. Эти пестициды давно мне, поэтому стал синий. И кажется, на этот день под сил ты не выбирал боль. Меня как находишь шприцы, поила страсть, выдавая яд за медицину. И эти пестициды давно мне, поэтому стал синий. И кажется, на этот день под сил. Все эти стихи теперь бумаги, что летит из окон, ложа все колокольчика. Там же сколовочный, да. Охуя! Вот этот пидорас его подрезал на криво въехал. Вот он ему в бочину. Нахуй, сто пудов, блять, нахуй. Ты языком лизала, детка, знаешь, я целую петлю, в которой шею ты мою обвязала. Обвязала. Сейчас морды набудут. Почему, глянь, черножопая. А Россия написана. Московского. Че? Оу!
Ничего себе! Снимает он. Тихо-тихо, смотри, сейчас вот этот уедет. Давай, разгоняйся еще его сильнее. Козел какой. Да ты, знаешь, черножопый, да? А на спине Россию написал. Слушай, аккуратно. Аккуратно, он больной какой-то. Нет, ты сам неадекватный. Я в шоке. Ты видела, Оля? А ну вот ты не дёргаешься. Ты видела? У меня голова летит. Бля, я аж охуел. Вау! Вот это да! Фу, блядь, одну сука. Сейчас я его всего замотаю, и он сюда в салон залетит. Все, я думал, все. Какой салон? Мы перевернулись. Он не успел. Он по голове не Блядь, это так опасно на рельсах, пизда. Нормально. Давай разок еще раз.